Блин, ты такой маленький, что тебя даже не видно. Что видел ты, ты видел рай, богатство и сломанье. Мелкий, давай попробуем. Вот, охрененно начинается видео просто. Блин, мне что, вырезать все это, что ли? Та-да-да-да-та-та-та-там. Кто это? Это очень опасно, я боюсь вообще даже дышать. Крыса первый раз без папы. Вы знаете, кто это? А? Догадаетесь? Мышь пошла. Ну куда ты ушел? Я вообще тебя показываю. Блин, ты такой маленький, что тебя даже не видно. Иди сюда. Ну иди ко мне, пифочка. Солнышко мое. То есть, когда папа сидит, мы у папы, а когда нет, там он только один нос торчит, что ли? Где мой сладкий Пифагор? Где моя огромная крыса? Где моя огромная босая мышь? Сейчас он куда-нибудь в дырку залезет и... Вот он, да. Да, иди ко мне, иди к папе, быстро к папе. Нет, от папы убежали. Мы боимся, мы еще в угол не знаем ни хрена. Вообще он сыкло. Он трусишка. Да, вот он, трусишка мой. Вот он. Вот такая... Вот все, папа тут, а все. Кончилось видоса, да. Но еще не кончилось. Давай, ты смелая крыса. Да. Давай, смелая крыса. Не смелая крыса. Смелый Пифагор. Тырин-тырин-тырин. Не смелый Пифагор. Ну что это за видос? Ну... Это я как могу возвращаться на канал с таким видосом? Что это такое? Это... Вот смотрите, вот это Пифагор был. Да, сейчас. Он сейчас вернется. Вот, не вернется. Ну, собственно, как-то вот так. Да. Ну, давай тогда хотя бы тебя покажем, что ли, не? Вот размеры сравните, да? Сейчас, стой, Лисен, погоди. Вот сюда вот. Да покажи морду. Вот, да. Вы оценили? Мы тут оценили, мы их пытались селять вместе. И посадили вот эту крысу с той мышью. В общем, как бы... Что, и ты ушел? Ну, блин, я кого показываю? Я гамаки показываю? О, здрасте. Или крысу, в конце концов, из конца в конец. Привет, да, здравствуй, лисё. Твою ж мать, что у вас вся такая... Это не знаю, это вот... Это срака. Точнее, это жоп, это, ну, крыса, короче, вы же знаете, да, что это крыса? Это пасюк. Собственно, тот тоже был пасюк, но это совсем пасюк. Да. Сейчас я покажу еще идиотика. Вот, значит, раз идиотика, это, да, это сыкло, да, это ластик-сыкло. Вот, мы меня нюхаем, сидим с жопой на выгуле, еще не понимаем, что, папа, не надо, не отпускай меня, что ты делаешь, как ты помог, да? Помог, да. Сейчас, он сейчас оклемается нормально, дня через два. Лисенок, иди, объясни ему, что здесь ничего страшного. А вот это вообще амба, да, это амбассадор, ну, в смысле, нет, это листик, это самый, типа, суровый в стае, который гоняет Пипина. Вот, и листик, лисенок, иди вон туда. Вот, и он, блин, дайте встану, что ли. И, собственно, он самый трусливый из всей этой стаи. То есть он сейчас может вообще с выгула сигануть просто на клетку и, типа, не хочу гулять, идите в баню. Да, вот я. Ты у меня вообще умница, да ты у меня пасюка такая. Где у меня пасюка? Да, вот она пасюка, вот она. Вот она зёпа, вот она такая пасюка. Вот это пасюка. Что такое? Папа козёр, да? Папа играет пасюка. Туда нельзя. Там дырка. Я ещё не заделал. Да. Ты, называется, выгул почистил я. Да, хрена там. Уже засрали. Вчера почистил. Вот реально вчера. Ну, это не засрали. Это разбросали уже зерно. Мы же выбираем. Я попробую сейчас сюда Пипина посадить. Но если он убежит, виноват вы. Смертельный номер. Вообще смертельный. Он еще спит, он еще не понял, куда его сажаю. Лисен, иди к нему. Это ой, как опасно. Ой, с ума сойти, что происходит? Да, лисенок, иди к своему собрату. Он же сейчас дурку словит, и потом ловить по всей квартире буду.
Господи, ползком. Пипин. Пипочка. Ползком. Да, тут его враг внизу. Кстати, у него видели, да, глаз? Он же у нас, ну вообще, блин, я так и не сделал видео по нему, кстати. Ну дойдут когда-нибудь руки. Вот глаз у нас ослеп, да. Ну, собственно, у него с рождения были проблемы со зрением. Вот. Вообще, то, что на него восстановилось, это рака Макафо. Вот. Но, собственно, даром не прошла болячка его юношеская. Да, Пика? В общем, начало положено. Лисенок, иди сюда. Надеюсь, я вернулся на канал. Вот такие вот дела. Так. И лисенок убежал.